В своем итоговом докладе мэр города Одинцова Александр Гусев отметил, что 2012 год с экономической точки зрения был сложным. В последнее время городская администрация вынуждена все чаще выступать в роли антикризисного менеджера. И это дает положительный эффект. Антикризисные меры, которые мы активно задействуем в последние годы, позволили нам не только удержать доходную часть бюджета городского поселения Одинцова на докризисном уровне, но и увеличить ее почти на 31%. Это позволило нам оставаться верным главному приоритету – социальной ориентированности бюджета городского поселения Одинцова. Как и было заявлено в плане социально-экономического развития в 2012 году, мы сохранили свои прежние социальные приоритеты, но и при этом избежали стагнации, следуя новой стратегии развития Одинцовского района как инновационного муниципального образования, сформированной главой Одинцовского района Александром Юрьевичем Гладышевым. Коснувшись итогов нынешнего года, Александр Гусев подчеркнул, что приоритетом администрации остается социальная поддержка граждан. За счет средств городского бюджета тысячи одинцовцев продолжают получать льготы и компенсации. Город поддерживает ветеранов, многодетные семьи, социально незащищенных граждан. В фокусе внимания все последние годы остается и сфера ЖКХ. Здесь проделана очень серьезная работа. Осуществляется капитальный и текущий ремонт домов. Обновляются подъезды, лифты, системы инфраструктуры. В этом году было отремонтировано 12 кровель, заменено 13 лифтов, в 11 домах произведен капитальный ремонт электротехнического оборудования и сетей. В 35 домах отремонтированы подъезды, в 10 домах проведены масштабные капитально-санитарно-технические работы. Вычищены подвалы, высушены, заменены трубы, установлено новое оборудование. Отдельно Александр Гусев остановился на возрастающей роли уполномоченных представителей мэра в деле управления городским хозяйством. Сегодня уполномоченные стали полноправными участниками процессов формирования бюджета и контроля за расходованием бюджетных средств. Они осуществляют собственный общественный контроль качества проводимых в их домах работ. А подпись уполномоченного на актах выполненных работ является сегодня определяющей. Много своего личного времени посвятили контролю за выполнением ремонтных работ уполномоченные Малёвный Василий Прокофьевич, Харитонова Наталья Александровна, Бирова Ольга Яковлевна, Шустова Тамара Алексеевна, Пономарева Наталья Ивановна, Федорина Галина Борисовна. В ряде случаев нерадивым подрядчикам приходилось по требованиям уполномоченных устранять недостатки или выполнять дополнительные работы. Мэр города отметил успехи, достигнутые в дорожном строительстве, благоустройстве, развитии культурной жизни города и массового спорта. В этом году на территории города Одинцова было проведено более 200 спортивно-массовых мероприятий. В зимний период 2012 года на территории Одинцова для жителей были подготовлены и поддерживались в рабочем состоянии в течение всей зимы около 20 километров лыжных трасс и 15 открытых ледовых катков. Реализуется новая программа «Выходи во двор, поиграем», направленная на организацию и проведение дворовых турниров по игровым видам спорта среди любительских и дворовых команд. Вместе с тем мэр остановился на проблемах, которые еще ждут своего решения в 2013-2014 годах. Среди них улучшение ситуации с водоснабжением 8-го микрорайона, развитие сети дошкольных образовательных учреждений, строительство новой детской поликлиники и усилия по обеспечению безопасности граждан. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».